А так, в общем, можем начинать. Да, значит, нам придется после окончания занятий вернуть столы обратно, потому что, значит, там сложно, потому что там рядом готовят, там громко слышно через стену, и я сбиваюсь. Поэтому придется сделать так. Вот. Значит, у нас остался обзор. Значит, нам осталось закончить обзор медиаторов, ну и может добавить к этому что-то еще, что успеется по времени. Вот. Значит, скорее всего, то, откуда вообще сигналы в нервной системе берутся. Самое начало этого процесса. Вот. Значит, да. Во вчерашнем разговоре про то, что влияет на моноамины, я забыл сказать, что еще на моноамины, значит, еще с моноаминами связана такая группа препаратов, как психостимулятор. Ну, на самом деле психостимуляторы бывают разные. Самый известный популярный психостимулятор — кофеин, наиболее безопасный, вот, не считающийся наркотиком из-за слабого эффекта. Он по-другому действует. Вот. Значит, а моноаминовую передачу активируют, например, кокаин и, например, амфетамины, вот, которые запрещены к бесконтрольному применению, поскольку вызывают сильную зависимость и неприятный синдром отмены. Вот. Значит, да, так. Вот. Ну, можно уже представить себе, с чем будет связан их эффект. Вот эти, значит, вот моноамины у нас отвечают за эмоциональное наше состояние. Соответственно, активация моноаминовой передачи приведет к тому, что человек будет бурно эмоционально реагировать на все. Ему, разумеется, сложно будет успокоиться, сложно будет заснуть, и он будет очень легко мотивироваться на всякие самые разные действия, и в результате будет такой, значит, бурно актив. Вот. Значит, это завершение разговора про моноамин. Следующая группа медиаторов – аминокислотные медиаторы. Аминокислоты, не превращаясь в амины, тоже могут выполнять медиаторную функцию. Вот. Одну аминокислоту я уже упоминал. Это глутаминовая кислота. Еще одна распространенная в нашем организме аминокислота-медиатор – это гамма-аминомасляная кислота. Она у нас подлиннее. Вот. Значит, буковка гамма связана с таким способом называния органических соединений, при котором, значит, при котором разным заместителям, разным функциональным группам, точнее, при котором разным атомам углерода присваивается греческая буква,
связанная с расположением относительно главной функциональной группы. Вот старшая функциональная группа здесь по договоренности химиков между собой – это кислотная, карбоксильная. И атомы углерода обозначаются как альфа, бета, гамма. И вот получается, что на гамма-атоме находится аминогруппа. А без аминогруппы это было бы масляной кислотой. Четырех углеродов. Вот. И делается она, кстати, из глутаминовой кислоты, обычной аминокислоты, которая входит в состав белков. Вот. У аминокислот как-то так сложилась судьба, что если они работают медиаторами, то они всегда работают, то каждый из них всегда работает в одном направлении. То есть глутамат всегда возбуждает, ГАМК всегда тормозит. Почему-то у них не сформировалось других типов рецепторов. У ГАМК всегда возбуждающие, у ГАМК всегда тормозные, у глутамат всегда возбуждающие. Вот. Это самые распространенные медиаторы коры больших полушарий головного мозга. И от их соотношения зависит общий наш уровень возбудимости. Повышение активности ГАМК связано с общим таким торможением, успокоением, со сном. Вот. И на активность, значит, и ГАМК активируется такими препаратами, как снотворные или средства для наркоза. Вот. Значит, избыточная активность глутамата может быть связана с эпилепсией, с выходом возбуждения из-под контроля, ну или со всякими подобными состояниями, там эпилептоидный синдром и тому подобное. Вот. Поэтому противоэпилептические препараты часто активируют ГАМК и реже тормозят глутаматную передачу. Вот. Значит, почему-то намного больше веществ, которые действуют на ГАМК, чем веществ, которые действуют на глутамат. По крайней мере, намного больше таких веществ мы активно и часто используем. Вот. Значит, итак, я уже сказал, что на работу, значит, что работа ГАМК активируется снотворными, работа ГАМК активируется средствами для наркоза. Вот. Еще одно популярное вещество, которое активирует работу ГАМК, это алкоголь, в смысле этиловый спирт, обычный, который в алкогольных напитках. Вот. В курсе фармакологии в медвузах алкоголь изучают среди средств для наркоза, потому что традиционно, да, потому что он может вызывать состояние наркоза, но в этом качестве он не используется. Вот почему. Сейчас мы этот момент разберем. Вот, средства для наркоза. Обычно такие типичные классические средства для наркоза работают в несколько стадий. Вот. Так, я вот сейчас нарисую линию, которая будет символизировать повышение дозы или повышение концентрации вещества в крови, там, в других жидкостях организма. И буду отмечать на этой линии, как, значит, что происходит при этом с человеком. Доза наркоза. Вот. Начиная с какой-то минимальной дозы, для разных веществ она будет разной, начинает проявляться какое-то действие. Обычно это действие снижения чувствительности, анестезия, слабенькая, неполная. Вот.
Да, есть термин анестезия, который обозначает снижение чувствительности. Есть термин анальгезия, который обозначает подавление болевой чувствительности. Это разные вещи. Вот, например, анестетики, с которыми вы могли сталкиваться, ну, например, если у вас были проблемы с зубами и какие-то серьезные, вам делали так называемую заморозку. Это именно анестетики, они убирают любую чувствительность, и болевую в том числе. Вот. Значит, а анальгетики – это препараты, которые убирают только болевую чувствительность, остальное оставляют. Здесь снижается просто чувствительность, обычная вот кожная и всякое там, давление, прикосновение, боль, вот это чуть слабее чувство. Вот. Значит, а дальше есть очень неприятное с точки зрения медицинской, с точки зрения медицинского применения, стадия возбуждения. Ну, опьянение, в общем. Вот. Как известно, это есть при действии алкоголя, но и при действии многих других средств для наркоза, например, самого классического средства для наркоза эфира, диэтилового эфира, эта фаза тоже есть. Да, есть период перед тем, как наркоз подействует, когда человек себя плохо контролирует и возбужден. Вот. Дальше есть, собственно, наркоз. В нем тоже выделяют разные фазы, там поверхностный, легкий, глубокий, сверхглубокий. Я не буду сейчас их разбирать, все равно мы не будем лезть в то, чем они друг от друга отличаются. Вот. Значит, так. И вот какая-то доза, разумеется, уже становится опасной. Ну, не обязательно прям смертельной, но, в общем, опасной, токсичной, приводит к каким-то необратимым или сложно поправимым последствиям, до таких доз лучше не доводить. Вот. Значит, хорошее средство для наркоза имеет широкий диапазон доз, которые вызывают, собственно, наркоз, и маленький диапазон доз, которые вызывают возбуждение. Вот. А у спирта все наоборот. То есть в большом диапазоне доз он будет вызывать опьянение, будет вызывать возбуждение, а дальше есть очень маленькая, как говорят, наркотическая широта. Чуть-чуть повысилась доза, и уже ситуация серьезно угрожает здоровью человека. Вот. Поэтому спирт в качестве наркоза не используют. Используют диэтиловый эфир, используют комбинации разных препаратов с большой наркотической широтой, с препаратами, которые убирают фазу возбуждения, допустим, со снотворными. Вот, а спирт не используют. Вот. На примере спирта как всенародно любимого наркотика, ну такого самого популярного и при этом достаточно сильно действующего, можно разобрать механизмы действия наркотиков в целом. Вот. Значит, итак, алкоголь у нас стимулирует рецепторы ГАМК. Стимулирует рецепторы ГАМК в коре больших полушарий. Вот. Надо сказать, что больше половины синапсов в коре больших полушарий работает на ГАМК. То есть получается, что торможение там больше, чем возбуждение. Тормозных синапс больше, чем возбуждающих. В коре больших полушарий, в том отделе, который отвечает за наше сознание, за наши высшие функции нервной системы и так далее, большинство синапсов работает на ГАМК. Вот. Значит, сначала он действует внутри коры, а потом начинает действовать на ниже лежащие структуры. Вообще, как бы, есть такая закономерность, чем более эволюционно молодой отдел мозга мы рассматриваем,
чем за более сложные функции он отвечает, тем легче он поддается всяким внешним воздействиям. Вот там на продолговатый мозг подействовать намного сложнее, чем на средний, а на средний намного, значит, намного сложнее, чем на кору больших полушарий и на большие полушария в целом. Значит, это в чем-то логично. Например, кора больших полушарий должна отвечать за обучение, среди прочего. Это значит, она должна как-то меняться из-за внешних воздействий. А продолговатый мозг, он, допустим, отвечает за дыхание, и дыхательный центр должен работать одинаково всегда, в одинаковом режиме. Ему не нужно ничему обучаться, ему не нужно никак меняться, это все будет очень плохо. Вот. Поэтому сначала торможение усиливается внутри коры, и здесь надо учесть, что действие коры на ниже лежащие структуры, те, которые глубже, те, которые прямо под ней, оно тоже тормозное. Таким образом, если мы вызываем торможение внутри коры, то эти ниже лежащие структуры реагируют как? Они возбуждаются. Смотрите, кора действует на ниже лежащие структуры, на те, которые глубже, те, которые под ней, тормозным, значит, путем торможения. Если действие коры затормозить, внутри коры вызвать торможение, внутри нее самой, то эффект будет возбуждение ниже лежащих структур. Как бы, значит, там два подряд логических элемента не, вот что-то в этом духе такое. Не, значит, или там минус на минус, который дает плюс, что-то вот, какой-то вот такой эффект. Вот. Какие, значит, что за система у нас находится в глубине переднего мозга и под корой больших полушарий? Что-что? Значит, мы ее упоминали, лимбическая система там находится. Вот. Ну, то есть не только она. Вот эти вот, значит, вот эти вот глубже лежащие, значит, вот эти вот как бы глубоко лежащие области больших полушарий и промежуточный мозг, они занимаются не только эмоциями, но и эмоциями в частности. И получается, что получается какой эффект? То, что мы, значит, то, что мы сдерживали, то, что, значит, те свои эмоции, которые мы, значит, которые мы пытались как-то подавить, они вылезают на поверхность. Вот. И если человек чего-то очень хотелось, а раньше он сдерживался, потому что как же, ну, неприлично и все такое, ситуация не та и так далее, то ура, он может наконец-то сделать, ну, как получится, да, потому что еще там есть структуры, которые отвечают за координацию движений, еще там есть структуры, которые объединяют информацию от разных органов чувств, ну, и мы все знаем, к чему это приводит для человека, употребляющего алкоголь. Вот. Значит, а дальше, после вот этой стадии возбуждения, когда действие алкоголя распространяется дальше вглубь, уже идет стадия торможения. Вот. Значит, собственно, наркоз, человек может засыпать, при этом, это, значит, при этом этот сон на самом деле не нормальный сон, а близок к наркозу. Там у него чувствительность теряется и так далее. Вот. Значит, есть еще один путь действия алкоголя на нервную систему, связанный с тем, как он у нас в организм перерабатывается. Как он перерабатывается, где он перерабатывается, вы, скорее всего, уже слышали. Где перерабатывается спирт и во что? Да. А где? В печени. Отлично. Вот. Ацетальдегид – это промежуточный продукт, он более ядовит, чем сам спирт, на нем останавливаться нехорошо было бы, поэтому в конце концов он перерабатывается в уксусную кислоту. Значит, был спирт. Значит, стал промежуточный продукт. Стала уксусная кислота. Вот, в печени все это происходит.
Вот. Или уксусный альдегид, уж напишите эти слова сами. И вот уксусная кислота. И это происходит в печени. И это промежуточный продукт, он более ядовитый, чем сам спирт, но без него обойтись никак нельзя. Значит, более того, этот промежуточный продукт из печени может выходить и в кровь, и там циркулировать. Вот. Да, при следующем проходе сквозь печень он превратится в уксусную кислоту и больше не будет нам мешать. Уксусная кислота в тех концентрациях, которые она получается при этом, она там, в общем, полезный метаболит. Ее можно использовать в разных процессах, там в цикл Крепса включать, отсилка фермента и так далее. Вот. Так вот, тацетальдегид, с одной стороны, он токсичен многими разными способами, я уж не все их помню и не пытаюсь их перечислять. С другой стороны, оказывается, что в центральной нервной системе он взаимодействует с дофамином и серотонином и образует вещества, функционально похожие на морфин. Ну, о том, как, значит, какие эффекты вызывает морфин, вы, я думаю, слышали уже и без меня. Вот он там положительные эмоции вызывает, обезболивание вызывает. Вот, вот и получается, что человек вместе, значит, человек, на которого алкоголь действует классическим образом, ситуация, когда у него опьянение уже есть, а отравление еще нет, не только чувствует это вот расслабление и растормаживание, и то, что он больше не сдерживается, а делает, чего хочет и может, вот, а еще ему и весело вдобавок к этому, ради чего люди, собственно, и выпивают. Вот. Значит, что происходит дальше? В смысле, что происходит, значит, что происходит при повторном приеме алкоголя? Значит, алкоголь является наркотическим веществом, а наркотик по определению, ну, по физиологическому определению, не юридическому, а именно с точки зрения биологии. И это вещество, которое действует на нервную систему и вызывает привыкание и зависимость. Привыкание и зависимость – это на самом деле разные вещи, хотя обычно развиваются одновременно, поэтому их часто смешивают в одну кучу. Вот. Привыкание заключается в том, что прежняя доза вещества дает более слабый эффект. Или в том, что для того, чтобы получить прежний эффект, нужно повышать дозу. Это одно и то же по сути. Я коротко пишу, но смысл понятен. Там, человек, значит, человек, который первый раз выпивает алкоголь, быстро пьянеет от небольшой дозы. Человек, который выпивает ту же самую дозу через какой-то небольшой промежуток, значит, там, начинает выпивать регулярно с, там, в течение там, нескольких дней, там, недель, вот, даже недель. А может даже и месяц. То есть даже, может быть даже промежутком в месяц. Чувствует, что прежняя доза уже не так сильно действует. Вот. Значит, зависимость заключается в том, что без данного вещества возникают какие-то неприятные симптомы, которые называют синдром отмены. Получается, что вещество необходимо для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии. Обычно симптомы противоположны тем симптомам, которые возникают под действием наркотика.
То есть в случае алкоголя симптомы отмены будут какие? Ну, предположите. Да, отрицательные эмоции будут, а еще что будет? Вялость, апатия. Да нет, скорее, смотрите, алкоголь дает тормозный эффект. Вот, поэтому скорее будет возбуждение. Будут, значит, человек будет нервным, человек будет там плохо засыпать, вот, человек будет легко там срываться, агрессивным будет, хотя, возможно, у него будут, например, страхи, это зависит от каких-то других его эмоциональных особенностей. В общем, повышенная возбудимость плюс отрицательные эмоции будут основными компонентами синдрома отмены у человека, который регулярно выпивает. Значит, там, разумеется, если человек принимает дозу алкоголя, то синдром отмены у него снимается. Для того, чтобы снова получить тот же самый эффект, который был сначала, нужно принять большую дозу. Вот. Получается, что теоретически можно делать вообще так. Можно постоянно повышать дозу, и тогда будет сниматься синдром отмены, и плюс будет там желаемый эффект. Вот. Но это так делать невозможно. Почему? Не только потому, что там нужно деньги тратить, время тратить и все такое. Вот. Что-что? Значит, вот. Да, вот дальше вопрос, почему. Да, значит, вопрос, почему будет, собственно, передозировка. Вот. Точнее, да, сначала я чуть забежал вперед. Сначала нужно разобраться, почему будет, собственно, привыкание и зависимость. Вот. Значит, это связано с тем, что синапсы, которые получают неадекватную стимуляцию. Вдруг в ситуации, когда у нас не должно быть действия медиатора на этот синапс, вдруг раз и подсинаптические рецепторы активируются. Синапсы начинают с этим бороться, синапсы начинают это компенсировать. Вот. Давайте предложить парочку версий, что может происходить в синапсах для того, чтобы сигнал передавался не так сильно. Да. Да. Может уменьшаться количество постсинаптических рецепторов. Еще что-нибудь. Да, они могут чем-нибудь блокироваться. То есть часть из них может чем-то блокироваться. Расщеплять что? Что расщеплять? Меньше синтезироваться, постсинаптические рецепторы. А что расщеплять? Имелось в виду тоже постсинаптические рецепторы или что-то другое? Что расщеплять? Медиатор активнее расщепляется. Больше делается фермента, который расщепляет медиатор. И так далее. Вот. Медиаторы, которые нормальны. В данном случае ГАМК. Вот. Собственно, алкоголь и ГАМК, ну, формулы мы тут видели, они довольно сильно отличаются по структуре, поэтому все-таки там, те же самые вещества, которые действуют на ГАМК, вряд ли будут действовать на алкоголь в синапсе. Вот. Ну и кроме того, специфических, значит, каких-то веществ для того, чтобы взаимодействовать с наркотиками, ядами или там лекарствами, которых в норме нет в нашем организме, у нас обычно нет. Алкоголь – это исключение, что вот для него есть специальные ферменты в печени, именно для него предназначены. Может быть, связанное с тем, что мы с алкоголем общаемся довольно долго в эволюционном плане, то есть как вид. Какие-нибудь обезьяны отлично могут кушать перезрелые забродившие плоды. И вот, пожалуйста, какая-то доза алкоголя попадает в организм, с ней надо что-то делать. Если выработался фермент, который убирает алкоголь быстренько, то у обезьянки будет все окей, она не будет промахиваться мимо веточки, на которой она прыгает, вот, и вообще будет вести себя адекватно обстановке. Это хорошо. Вот, поэтому неудивительно, что для алкоголя у нас есть специальный фермент в печени, правда, специального фермента в нервной системе у нас для него все-таки нет. Вот. Поэтому и в случае алкоголя, и тем более в случае других
наркотиков, а также лекарств, которые действуют в синапсах, у нас будут развиваться те механизмы, которые корректируют синаптическую передачу. Если вещество действует как аналог медиатора, активирует рецепторы этого медиатора, то у нас будет уменьшаться количество этих рецепторов, они будут блокироваться, будет делаться меньше медиатора, будет разрушаться медиатор ферментом, который для него изначально предназначен, то фермента будет больше и так далее. Может, другие варианты придумать. Вот. Дальше получается, что если алкоголя в организме нет, то мы имеем проблему с дефицитом рецепторов, дефицитом медиатора, избыточным разрушением медиатора и так далее. И симптомы с этим связаны. Ага, да. Что-что? Почему нервозность? Потому что ГАМК тормозит, значит, и тут у нас подавляется работа тормозных рецепторов. Торможение приводит к возбуждению. Да. Не повышение дозы не эквивалентно синдрому отмены, человек будет чувствовать себя обыкновенно нормально. Вот. У него не будет опьянения, у него будет компенсация синдрома отмены. Вот. Примерно так же, как, вот, допустим, человек, регулярно пьющий кофе по утрам для того, чтобы быстрее проснуться, у этого человека тоже развиваются привыкания и зависимости. Вот. Если он пьет кофе много и регулярно, то ему нужна большая доза, чем если он выпил кофе первый раз, для того, чтобы проснуться с утра. Если он не будет пить кофе, он весь день будет ходить как сонная, значит, муха. Вот. Если он выпьет небольшое количество кофе, он будет ходить, ну, просто сонным, точно так же, как он ходил бы просто сонным, если бы у него не было там, зависимости, и он не пил бы кофе. Вот. То есть синдром отмены мы заблокируем, но тех симптомов, ради которых человек, собственно, начал принимать это вещество, мы не получим. Вот. Значит, теперь почему длительный прием наркотика с постоянным повышением дозы может привести к передозировке? Вот. Передозировка связана с действием наркотика на какие-то механизмы, которые не поддаются вот такому изменению, вот такому обучению, как синапсы там, в коре больших полушарий. Вот. Например, если вещество действует на кору больших полушарий и на продолговатый мозг, в котором центры жизненно важных рефлексов, там дыхание, сердцебиение и так далее, вот, то получается, что есть доза, какая-то относительно небольшая, которая вызывает желаемый эффект, будь то наркотическое опьянение или, если это, допустим, лекарство, какой-нибудь лечебный эффект. Там, не знаю, снотворное может так действовать. Человек успешно засыпает. Вот. И есть какая-то более высокая доза, которая там опасно. Вот. И со временем доза, которая вызывает желаемый симптом, как-то растет, а опасная доза, ну, она может даже и растет тоже. А может и не растет вообще. Но в любом случае растет не так быстро. Вот. И получается, что разница между дозы, которые дают минимальный эффект, и дозой токсичной, уменьшается. Да. А,
Я не знаю, в чем они проявляются в случае алкоголя. Ну, скорее всего, могут быть связаны с работой печени, там, с активностью ферментов печени. Вот. Но точного ответа не знаю, хотя, возможно, различия есть. Вот. Значит, что дальше? Дальше следующий вопрос, что с этим всем делают? В смысле, если вот человек зависим от какого-то наркотика и очень хочет, чтобы он от этой зависимости избавился. И это в целом до сих пор нерешенная проблема. Окончательного решения нет. Вот. Значит, пути решения проблемы такие. Либо отмена наркотика и мужественная борьба с синдромом отмен. Значит, к синдрому отмены, по крайней мере, они не смертельны и не связаны сами по себе с какими-то там необратимыми тяжелыми изменениями, хотя люди страдают. Вот. Есть даже такие способы, которые заставляют человека выдерживать этот синдром отмены. То есть способ сделать так, чтобы принять наркотик человеку, значит, что прием наркотика человеку не давал каких-то желаемых симптомов. Например, известная история про алкоголь, так называемое кодирование. Значит, есть вещество, у него несколько коммерческих названий. Я помню название тетурам. Которая блокирует превращение ацетальдегида в уксусную кислоту. То есть превращение ядовитого промежуточного продукта в неядовитый конечный. Значит, человеку, у которого в организме находится тетурам, будет очень быстро плохо от алкоголя. Вот. Он не успеет, скорее всего, насладиться опьянением, если ему это вообще доставляет удовольствие. У него сразу же будет отравление. Очень быстро. Вот. Значит, была забавная история открытия этого вещества, точнее, и вот этого эффекта этого вещества. Вещество, собственно, используется на некоторых заводах по производству резины. И там, где был обнаружен этот эффект, там был какой-то рабочий район где-то в Европе. Вот. Ну и понятно, что, значит, куча заводов, куча работяг на тяжелой, значит, работе, которые по окончании рабочего дня там как-то расслабляются в барах. Вот. И тут обнаружилось, что вот те, кто работают на этом самом резинотехническом заводе, они в бары не хотят. Вот. Им там вообще не интересно никак. Им от алкоголя как-то плохо сразу становится. Вот. Стали разбираться, в чем дело, разобрались, в чем дело. Значит, и вещество применяют таким образом. Капсулу с этим веществом зашивают под кожу. Вот. Есть жаргонное выражение, человек зашился от алкоголя. Оно оттуда медленно диффундирует в кровь. И пока оно в крови находится, человеку очень не хочется алкоголя, от него, значит, ему от алкоголя сразу плохо. Вот. Точнее, может быть, и хочется, но если он один раз попробует, ему станет плохо так, что больше, скорее всего, не захочется. Ну да, значит, расковырять себе, значит, это самое, кожу и подкожную клетчатку, достать. Ну, понятно, что для этого нужно хоть какое-то минимальное желание человека избавиться от там, проблемы, которую он осознает. Вот. Да, конечно. Другое дело, что для того, чтобы, например, регулярно принимать такое вещество обычным образом, ну там, в таблетках, такое вещество, от которого явно никакого удовольствия не получишь, а просто не сможешь там расслабляться привычным способом. Для этого требуется намного больше силы воли, чем для того, чтобы один раз решиться на эту, ну, в общем, несложную операцию и дальше терпеть. Вот, объясняю всем друзьям, что мне пить нельзя, это вот не потому, что я вас не уважаю, а потому, что мне нельзя и все. Вот, это уже какая-то более решаемая проблема. Вот так. Да. Что он, с какой стадией работает, что делает?
он блокирует вторую стадию переработки. Там первая стадия – это превращение спирта в уксусный альдегид, вторая стадия – уксусного альдегида в уксусную кислоту. Уксусный альдегид мерзко-ядовит, более мерзко-ядовит, чем алкоголь. Поэтому, если блокировать вторую стадию, то сразу же при приеме алкоголя возникает травление. Но он же может перерабатываться в морфин. Да, и, наверное, это проблема. Ну, то есть, да, бывают умные люди, в кавычках, которые считают, ну, поскольку есть народная традиция всякие важные события в жизни отмечать алкоголем, вот, которые считают, что такое событие, как вот я решил перестать пить, его точно нужно отметить. Вот. И дальше с ними, конечно, сложно. То есть их там госпитализируют, откачивают и так далее. Вот. Бывают, значит, бывают люди, которые, значит, которые сначала пошли лечиться, а потом решили это дело отметить. Вот. Что? Может ли возник привыкание к татураму? Вряд ли, потому что, там, значит, потому что механизмы действия ацетальдегида, они связаны, по-моему, не столько с какими-то синапсами, которые должны, грубо говоря, обучаться, сколько с повреждением, значит, с нарушением функции мембран, вот он там встраивается в липидные бислои, нарушает их свойства, и действие на кучу разных ферментов, которые тоже, ну, то есть слишком много мишеней, причем таких, которые не должны быстро изменяться, если на них действовать. Вот. Поэтому с ацетальдегидом такого нет. Вот. Значит, если говорить о наркотиках в целом, то какие еще есть пути решения проблемы зависимости? Есть, значит, есть путь снижения дозы под наблюдением врача. Вот. Например, так действуют случаи зависимости от опиатов, но про это я чуть позже лучше скажу. Вот. Лечится. Ну, как? Вот мы сейчас рассмотрели общий принцип наркотической зависимости. Если человек вводит какое-то вещество, которое изменяет работу синапсов, в организм включаются механизмы, которые меняют работу синапсов в обратном направлении. Вот. Компенсируют действие этого вещества. Если человек перестал вводить это вещество, допустим, человек перестал пить алкоголь, получается, что у него синапсы, действующие на ГАМК, всегда испытывают дефицит ГАМК. Разумеется, этот механизм начинает раскручиваться в обратном направлении. Рецепторов для ГАМК становится больше, ГАМК синтезируется больше, ферментов, которые подавляют ГАМК, становится меньше и так далее. Ну, как сказать, значит, человек хорошо помнит о том, что у него есть способ получить очень много положительных эмоций очень просто. Не делать чего-нибудь важное, там, требующее колоссальных усилий и времени, чтобы потом получить там, кайф от результата, а просто ввести вещество и получить кайф сразу же. Вот. Поскольку он знает про это, он помнит, как это было, то вот, как бы сказать, психологический эффект такой может оставаться. Вот. Но кроме того, там есть всякие, там возможны всякие повреждения печени, там возможны повреждения в конце концов тех же самых вен, которые, естественно, у нас не рассчитаны на то, чтобы постоянно делать инъекции. Там идет воспаление, нарушение структуры стенки, стенка деформируется настолько, что вена теряет проводимость, и всякие прочие ужасы из-за этого возникают, там, банально отмирание ткани. Вот. Я не знаю, возможно, так и делают какие-то особо одаренные товарищи, но для, значит, ну, тут надо учесть, что за люди, с каким отношением к жизни, к себе и вообще каким уровнем быта обычно принимают такие вещества, как там, героин. Вот.
И в связи с этим, да, ну, там, уровень их медицинских знаний и так далее. Вот. Значит, собственно, если люди, опять же, принимающие героин, начинают лечиться путем вот этого вот снижения дозы под управлением врача, то в основном у них решаются проблемы, связанные с тем, что там, они принимали наркотик в нестерильной обстановке и могли занести себе какую-нибудь инфекцию или просто вызвать сильное воспаление. Вот. Они там, сделали инъекцию неудачно и получили там, соответственно, какую-то проблему из-за этого. Вот. Они купили наркотик, разбавленный черти чем, и получили дополнительные побочные эффекты и так далее. Вот. Но сейчас я перешел как бы на другую тему, связанную с другими медиаторами, а про медиаторы ты еще не рассказал. Вот. Значит, итак, аминокислоты, кора больших полушарий, общий уровень возбуждения и торможения и то, что на это все действует. Вот. Следующая группа веществ, про которые нужно сказать, это да, группа называется пурины. Ну или лучше пуриновые производные. Вот, слово пурин точно знакомо из цитологии. Что это, где это, что там на него похоже? Да, у нас есть пуриновые основания, аденин, гуанин. Да? Вот. Собственно, аденозин и аденозин-фосфаты работают нейромедиаторами, кроме всего прочего. Вот. Что такое аденозин, чем он отличается от аденина, кто это помнит? Погромче можно? Даже если ошибетесь, ничего страшного. Мне просто интересно, что вы про это слышали. Чем аденозин отличается от аденина? Нет, с пентозой. С рибозой или дезоксирибозой. Аденозин – это аденин плюс рибоза или дезоксирибоза. Вот. Вот такие вещества работают у нас такими не очень распространенными нейромедиаторами. Вот. АМФ, соответственно, аденозин плюс фосфат. АДФ, ну, дальше понятно. Вот. Это тормозные медиаторы с метаботропными медленными рецепторами. Рецепторы метаботропные, то есть медленно действующие, не вызывают быстрого секундного эффекта. Значит, как они действуют на наш организм? Мы можем себе представить по тому, что рецепторы этих медиаторов блокируются кофеином. Действие кофеина – это блокировка рецепторов аденозина и аденозин-фосфат, в пуриновых рецепторов. Что? Ну, как бы усталость. Ну, значит, усталость не совсем, хотя, пожалуй, да, пожалуй, кстати, их действие может быть связано действительно с усталостью, потому что в каких ситуациях у нас могут накапливаться в клетках аденозин и, ну вот единственное, что АТФ здесь немножко выбивается из общей картины, аденозин, АМФ и АДФ. В
тех ситуациях, когда АТФ расходуется. АТФ расходуется, АТФ мало, энергии накоплено мало. Вот, надо бы отдохнуть, накопить энергию. Вот. Кофеин блокирует рецептор. Это значит, что он встает в рецептор и не дает никакого эффекта, но не позволяет туда встать медиатору. Да, клетка, значит, ну, сейчас, здесь мы все, значит, так, как бы это объяснить? Значит, если они действуют как медиаторы, то они выделяются из одной клетки и действуют на другую клетку. Вот. Значит, таким образом, вторая клетка не получает сигнала от первой, если там сидит кофеин. Значит, что у нас получается под действием кофеина? У нас как бы повышается уровень бодрствования и еще под действием кофеина, да? И еще известно, что большие дозы кофеина могут повышать давление и стимулировать сердечную деятельность. Если человек перепил кофе, у него сердце колотится, пульс часто, и давление от этого повышается. Вот. Значит, первое действие, то есть, собственно, так, надо что-то повторить. Я угадал? Ева, я угадал, что нужно что-то повторить. А, не слышит, значит, не нужно. Хорошо. Я не угадал, не нужно ничего повторять, да? Что-то пропущено или ничего не пропущено? Что-то успели записать или нет? Хорошо, ладно, простите. Вот. Значит, так. Вот. Действие на наше сон-бодрствование связано с прямым действием пуринов на постсинаптический рецептор. Вот. Значит, в тех структурах, которые отвечают за сон-бодрствование, пурины отвечают за то, что они способствуют засыпанию. Вот. Действие на сердце более интересно. Ну, то есть, как интересно. По крайней мере, такого механизма мы еще не, встречали. Вот. Вот. Значит, есть вот такое вот понятие – комедиаторы. Значит, медиатор, который действует совместно с кем-нибудь. В вегетативной нервной системе подробнее сейчас скажу. Вот. То есть в вегетативной нервной системе есть синапсы, в которых аденозин или аденозин-фосфаты выделяются вместе с медиатором, каким? С медиатором норадреналина. И на постсинаптической мембране есть рецепторы и для норадреналина, и для аденозин-фосфатов, для пурина. Поскольку пуриновые медиаторы тормозные, получается, что эффект норадреналина слабее, чем если бы он выделялся только один. Если мы пуриновые рецепторы заблокировали, то этого торможения нет, норадреналин действует сильнее, и сердце бьется чаще. Повторить что-нибудь? Понятно? Непонятно, вопросы, не вопросы. Окей. Комедиаторы – это медиаторы, которые действуют совместно с другими в одном синапсе. В этой истории пурины оказываются комедиаторами с норадреналином, с медиатором вегетативной нервной системы, симпатической системы.
Да, они оба друг другу комедиаторы, потому что они совместно работающие в одном и том же синапсе медиатор. Ну, мне кажется, что есть, потому что как бы рецепторов норадреналина там больше. Вот. Но в целом их можно считать комедиаторами по отношению друг к другу. Возбуждение? Да, да, скорее так. Да, вместе в одном синапсе. То есть бывает такая ситуация, когда в одном синапсе работает несколько медиаторов, ну, по крайней мере, два. И работать они могут, на самом деле, в очень разных режимах. То есть может быть так, что они работают вместе постоянно. Может быть так, что если синапс там слабо стимулируется, выделяется один медиатор, а если сильнее, то добавляется другой. Может быть такая работа, что когда запас одного медиатора заканчивается, действует только другой. Вот так. В общем, все, что можно придумать, здесь бывает. Правда, не для одного несчастного норадреналина с пуринами, а для разных других ситуаций. Вот. Долгое время считали, что один синапс, один медиатор. Дальше оказалось, что картинка сложнее. Бывает, что в синапсе больше одного медиатора, и они по-всякому взаимодействуют между собой. Вот. Вот так. Значит, что еще? Последнее. Группа сигнальных веществ в нервной системе. Не только медиаторов, но и сигнальных веществ. Называются нейропептиды. Что такое пептид? Чем он отличается от белка? Ну да, там меньше аминокислот. Вот. Обычно даже не в пределах 50, а там в пределах 20. Вот. Соединение из небольшого количества аминокислот. Там бывают дипептиды, бывают трипептиды всякие. Вот. Значит, их больше сотни известно. Вот. Большинство из них не являются настоящими медиаторами. Вот. Некоторые из них являются гормонами. Может, вам это где-то встретится, но уже не в этом курсе, времени на это у нас не будет. Вот. Некоторые из них являются, смотрите, еще один способ передачи, значит, участия веществ в передаче сигналов в нервной системе. Некоторые из них являются нейромодуляторами. Значит, нейромодуляторы – это вещества, которые регулируют работу синапса, не передавая сигнал самостоятельно. Я это пишу. Вот. Ну, например, нейромодулятор может связываться с рецепторами медиатора и делать так, чтобы они работали лучше или они работали хуже. Чтобы они лучше взаимодействовали с медиатором и на более длительное время открывали ионный канал. Или наоборот. Значит, если бы такое было, да, это бы так работало. Правда, вряд ли это будут прям белки, потому что медиатор обычно очень маленькая молекула, а белковая молекула-то здоровая.
Теоретически, да, практически я не уверен, что такое бывает, но может и бывает. Вот. В общем, да, действительно, нейромодуляторы могут работать очень разными способами. Вот ты сейчас предложила способ, про который я не знаю, но я не уверен, что его нет. Вот. Главное, что в результате у нас не блокируется передача сигнала или не возникает сигнал, а делается так, что вот этот постсинаптический потенциал меняет длительность или амплитуду. Сигнал чуть слабее, сигнал чуть сильнее. Сигнал дольше, сигнал короче. Это то, что делает нейромодулятор. Вот. И большинство нейропептидов являются как раз ими. Они не являются нормальными медиаторами, они модулируют сигнал. Чего? А, хорошо. Вот. Так, ну, несколько примеров приведу. Первый пример, с которого начнем, это как раз классический медиатор. И это первый открытый нейропептид. Его называют почему-то, я не помню, к этому, почему-то его называют вещество P или субстанция P. Вот, P маленькая латинская. Вот. Значит, это медиатор болевого проведения. То есть он выделяется в спинном мозге нейронами, которые отвечают за восприятие боли. Это чувствительные нейроны спинного мозга. Дальше можно вспомнить, что это вот те нейроны, которые находятся в спинномозговых ганглиях, вот рядом со спинным мозгом, и имеют вот такую вот, сейчас, такую вот форму. Псевдоуниполярные нейроны. Вещество P выделяется здесь. То есть вот это вот дендрит, который идет от кожи или там откуда-то еще, с периферии. Вот. А вот здесь вот выделяется это вещество как медиатор. Вот. А дальше у нас проявляется такая хитрая природа нейропептидов, что у них бывают всякие другие функции. Оно выделяется еще и вот отсюда, из того же нейрона, но не из аксона, а из дендрита. И не в качестве медиатора, а в качестве фактора воспаления. Он вызывает там расширение сосудов, какие-то еще такие эффекты, связанные с воспалением. Вот. Но здесь работает как медиатор, здесь все нормально. В тех тканях, в которых возникло повреждение, вызвавшее, собственно, боль. То есть сигнальное вещество вот этих вот болевых нейронов в центральной нервной системе работает медиатором, а на периферии, там, где было повреждение, возможно, оно выделяется просто потому, что повреждаются эти маленькие нервные окончания, там оно передает другие сигналы, не нервные, а участвует в реакции воспаления, допустим, в расслаблении гладкой мускулатуры и расширении сосудов. Вот. Значит, дальше еще одна
практически важная группа, ну, то есть уже не из первых открытых, но из таких очень важных для практики групп нейропептидов, называются эндозепины. Вот. Это модуляторы, которые подавляют работу рецепторов ГАМК. Вот. Они связываются с рецепторами ГАМК и не дают им работать. Осложняет связывание, собственно, с гамма-аминомасляной кислотой. Действие на организм будет какое? Возбуждающее, тормозное у эндозепинов. Возбуждающее, конечно, опять подторможение будет приводить к возбуждению. Вот. Значит, какое значение практическое имеют эти вещества? Есть большая группа снотворных и транквилизаторов, то есть успокоительных препаратов, которые называются бензодиазепины, которые конкурируют с эндозепинами за рецепторы ГАМК. Вот, смотрите, как получается. Получается, что есть ГАМК, ну и синапсы, которые работают на ГАМК. ГАМК дает торможение в этих синапсах. Если эндозепины оказываются в этом синапсе, они мешают ГАМК, торможение не получается. Если бензодиазепины оказываются там же и не дают работать эндозепинам, то у нас снова возникает торможение. Такое вот отрицание, отрицание, отрицание. Тройное отрицание получается. Вот. Значит, это группа таких относительно мягко действующих снотворных и транквилизаторов, которые дают не такие мощные побочные эффекты, не такую сильную зависимость, как вещества, которые действуют напрямую активируют рецепторы ГАМК. Там, напрямую активируют рецепторы ГАМК, например, барбитураты. Вот, во всяких там книжках, там, вот, в детективах Агаты Кристи, по-моему, еще в каких-то там классических детективах им частенько травили кого-нибудь, вот, когда там кого-то отравили снотворным, это, скорее всего, был именно какой-то барбитурат. Вот, это такие очень сильно действующие активаторы рецепторов ГАМК. Что? До сих пор почему предпринимают, да? Вот. Ну, например, до сих пор барбитураты используются как противоэпилептические препараты. Ну, не знаю. Во-первых, не уверен, что принимают. Во-вторых, если это правда, то эффекты, которые они дают, они же отличаются от нормального засыпания. Они в то время, когда эти барбитураты действуют и вызывают торможение, там может быть какое-то нарушение восприятия. Вот. Нарушение восприятия бывает интересным. Да? То есть не то, чтобы там галлюцинации прям. Вот, ну что-то такое бывает. Есть еще такая психологическая теория, насколько я не уверен, насколько она вообще научно и достоверна, вот, что прием наркотиков связан даже не с тем, что они какое-то удовольствие дают, а с тем, что
там, многим людям нравится, быть в зависимом положении. То есть вот от меня ничего не зависит, меня несет куда-то, и вот там я упал в реку, пусть река несет меня, как ежик в тумане. Да? Вот. И с этим, значит, и с этим, этим объясняю то, что люди принимают не только те наркотики, которые вызывают там положительные эмоции, или те, которые вызывают какие-то там смешные, интересные галлюцинации, но и те, которые вызывают там состояние ужаса или что-то, значит, или что-то еще. Вот человеку нравится состояние беспомощности, когда он ничего не контролирует, но на самом деле ничего страшного с ним произойти не может. Вот, хотя мы знаем, что может, и бывает происходит. Вот. Но я не ручаюсь за то, что это вот прям вот правда есть такое у людей стремление. Вот. Так, что дальше? Ну и еще одна всенародно любимая группа нейропептидов называется эндогенные опиоиды. Вот. Их три семейства. Первое, самое известное, по-моему, самое распространенное в организме. Вот. Еще есть энкефалины. Еще есть динорфин. В основном будем говорить о первой группе. Значит, это тоже не медиаторы, это тоже модуляторы, вот, которые активируют дофаминовую передачу. То есть они работают в синапсах, в которых основных медиатором является дофамин. И эффект в данном случае это положительные эмоции и обезболивание. Именно не анестезия, не блокада вообще любой чувствительности, а именно блокада болевой чувствительности, с остальной чувствительностью все нормально. Вот. Значит, собственно, опиоидами эти вещества назвали, потому что их эффекты похожи на эффект опиатов, морфин и другие производные макоснотворные. Вот. Значит, эндорфины. Сокращение от эндогенные морфины. Морфин, ну, самый известный опиат. Вот. И, собственно, морфин активирует рецепторы эндорфинов, действует ровно так же, как эндорфины на наш организм, и ради чего его, собственно, и принимают. Вот. Это, к сожалению, до сих пор самое сильное обезболивающее, самое эффективное обезболивающее. То есть в тех случаях, когда у людей сильные боли, приходится принимать опиаты как лекарство. Вот. Принимать в этом качестве какой-нибудь анальгин или что-то похожее на него бессмысленно, потому что невозможно с помощью анальгина, там, парацетамола или чего-то такого, убрать боль, не вызвав сильного повреждения печени. То есть невозможно ее принимать в таких дозах, чтобы боль с помощью него убрать совсем. А вот морфин и ему подобные вещества возможны. Вот. Да, они вызывают очень сильное привыкание и зависимость, которые проявляются очевидным образом. Если морфин вызывает положительные эмоции обезболивания, значит, у зависимого человека будут боли. И вдобавок к этому, как будто бы этого мало для отрицательных эмоций, у него будут еще и отрицательные эмоции сами по себе.
Вот. Боли приводят к тому, что человек, зависимый от опиатов, не может, например, спать, пока не утомился совсем чрезвычайно. Потому что то, что мы во сне ворочаемся, нам стало чуть некомфортно, мы повернулись. Вот. Это слабенькая боль. Мы ее даже, значит, мы вот этот дискомфорт даже субъективно не называем болью, но это на самом деле слабенькая боль. Вот. А тут человек просто чувствует эту боль, вот просто когда он лежит. Ему сразу же больно. Ему хочется повернуться по-другому, там тоже больно. Вот. Там, то, что мы чувствуем как утомление мышц. Мы на самом деле знаем, что сильное мышечное утомление – это тоже мышечная боль. Они раньше начинают ощущать это как боль. Там, минимальная нагрузка – уже мышечная боль. Боль в суставах – вот это вот все. То, что на жаргоне называется ломка. Вот. Очень высокая болевая чувствительность у людей, которые зависимы от опиатов. К сожалению, если опиаты принимать как лекарство и у человека какой-то длительный болевой синдром, эта проблема тоже сохраняется. То есть у человека, допустим, растет раковая опухоль, давит на какие-нибудь нервы, у него сильная боль, он принимает опиаты, приходится повышать дозу. Вот. Аккуратно повышать так, чтобы боль хоть как-то компенсировать, но при этом не дойти до смертельной дозы, когда блокируется дыхание просто. Вот. У них есть действенно продолговатый мозг, каким-то образом они блокируют дыхание. Вот. Значит, какие пути решения этой проблемы в случае приема опиатов как лекарств? Вот. Есть, ну, такой путь намечен. Вот, оказывается, более редкие в организме энкефалины и динорфины дают немножко другие эффекты. Они все дают обезболивание, но вот здесь, в случае энкефалинов, непонятное влияние на эмоции, по крайней мере, эйфории, они не вызывают. То ли там есть положительные эмоции, то ли там нет никаких эмоций. В общем, слабее влияние на эмоции. А здесь прямо отрицательные эмоции получаются под действием динорфинов. То есть динорфины вызывают обезболивание, с этим все отлично, а еще они вызывают дисфорию. Отрицательные эмоции. Человеку не больно, но человеку противно, погано, неприятно. И получается, что, что получается, по идее должно получаться что? Получается, что если мы выбираем вещества, которые избирательно активируют рецепторы динорфинов, то мы можем обезболить человека, который там страдает. Вот. Плюс к этому у человека будут, конечно, какие-то отрицательные эмоции, он будет грустный и тоскливый, ну, увы. Ну, как-нибудь он это переживет, он, по крайней мере, там не уйдет в болевой шок, да? Не будет так сильно мучиться, как он мучился бы от боли. Зато, если ему принимать эти препараты постоянно, и будет, конечно, развиваться, будет, конечно, изменяться работа синапсов, будут развиваться процессы, которые приводят к привыканию и зависимости. Вот. Если мы потом отменим эти препараты, у него повысится болевая чувствительность, но параллельно с этим у него улучшится эмоциональное состояние. Да, конечно, сама боль у него будет вызывать отрицательные эмоции, но поскольку мы ему нарушили эмоции изначально в обратном направлении, ему легче будет переживать ту высокую болевую чувствительность. Такая идея использования этих препаратов. Да. Ну, это как-то очень заморочено. Да? Собственно, как правило, люди, которые принимают наркотики, они, как сказать, не очень умные изначально. То есть, ну, нет же людей в наше время, которые не знают, что наркотики вредны. Да? Вот. Это люди, жизнь которых и так достаточно уныла, чтобы они относились к этому так. Ну вот мне так фигово, что если мне будет еще хуже, то ну и черт с ней, с моей жизнью, а так я хоть поразвлекусь. Вот. Значит, ну то есть да, бывали, значит, там был период в нашей истории, когда люди принимали, например, галлюциногены для того, чтобы получить какой-то
ценный жизненный опыт, который они дальше используют, там, не знаю, в искусстве. Да? Есть там целый прекрасный музыкальный жанр, психоделический рок, вот, из которого произошла, например, там гениальная группа Pink Floyd, и не одна она. Вот, да, там, в начале своей карьеры они там, под чем только не упарывались. Вот, а, собственно, первый лидер этой группы так благополучно и был изгнан в каком-то году, в 70-м, что ли, в 69-м, начали они, там, в 66-67-м, вот, потому что на концерте его показывать людям было уже совершенно невозможно. Он там мог быть абсолютно непредсказуем, потому что постоянно под чем-то торчал. Вот. Значит, или была история про попытку использования психостимуляторов как средств для того, чтобы повысить работоспособность людей. Спортивная медицина, военная медицина и просто, вот, как бы сказать, для себя. Но по большей части это люди, которые просто живут достаточно уныло и пытаются получить хоть какие-то интересные впечатления. И вот, отвечая на то, что ты говорил, ну, вряд ли они будут пытаться это делать таким хитрым обходным путем. Да. Не могу, не знаю. Просто некомпетентен в этой области. Есть рецепторы эндорфинов, сейчас отвечу, есть рецепторы эндорфинов, есть рецепторы энкефалинов, есть рецепторы динорфинов. Вот. Давно известные обезболивающие активируют эти рецепторы. Вот. Разрабатываются обезболивающие, которые избирательно активируют либо эти вместе с этим. Действовать только на энкефалины, видимо, менее перспективно. Почему? Потому что у человека болевая чувствительность повысится, а эмоциональное состояние не улучшится. Вот. А так будет повышение болевой чувствительности у зависимого человека вместе с улучшением эмоционального фона, который ему, конечно, поможет пережить эти страдания. Вот. Правда, к сожалению, оказывается, что эффект зависимости от современных препаратов, которые действуют на рецепторы этих веществ, эффект зависимости все-таки больше, чем улучшение эмоционального фона. То есть окончательно эта проблема не решена. Вот. Значит, да. Ну, что касается лечения именно наркоманов, то я уже говорил о том, что есть там глобально два пути. Вот. У нас в России очень строго антинаркотическое законодательство, и единственный путь, который у нас как-то там существует, это полная отмена наркотика и терпи. Все, как можно человеку в этом случае помочь, это снизить болевой синдром не наркотическими анальгетиками, ну, типа того же самого аспирина, парацетамола. Ну как, боль будет меньше, но будет. Вот. Ну и плюс к этому какая-то психотерапия, но какая у нас психотерапия? Разное, конечно, бывает, но вот по стране самыми эффективными центрами избавления от героиновой зависимости стали центры при всевозможных монастырях и православных религиозных организациях. Вот. То есть молись, постись, твои страдания тебе за грехи, держись, и Господь тебе поможет. Вот. Значит, в ряде других стран, где антинаркотическое законодательство более мягкое, распространен путь снижения вреда, когда людям, желающим избавиться от зависимости, дают постепенно снижающиеся дозы наркотиков под наблюдением врача. В первую очередь это страхует от чего? В первую очередь это страхует от неграмотного приема наркотиков и от недоброкачественных всяких наркотических смесей. Потому что наркотики дороги, и основной путь
добычи денег у большинства зависимых людей – это взять у своего дилера дозу, разбавить ее чем-нибудь, на что ума хватит, и часть дозы, значит, и то, что получилось, перепродать. В результате во всей вот этой вот, ну, там и понятно, что это происходит на каждом следующем этапе. Тот, кто покупает у него, делает то же самое. В результате найти там чистый героин использует какой-то несчастный процент наркоманов, если не меньше. Все остальные не знают, что они используют. Вот. Хорошо, если тот, кто разбавлял, что-то понимал в том, что можно, что нельзя, там, что опасно, что не очень. Вот. Если люди делают это под присмотром врача, будет гарантия, что они получат, там, не получат ничего дополнительного. Вот. И да, они будут долго снижать дозу. Вот. Они будут страдать из-за какого-то слабенького синдрома отмены. Ну, понятно, что он будет слабее, чем если он... человек перестанет принимать наркотик сразу, совсем полностью. Вот. Но, по крайней мере, не будут иметь дополнительных проблем. Вот, вот так. Значит, бывают попытки, было много попыток заместительной терапии. Что это значит? Это значит, берут вещество, которое ура дает тот же самый эффект, вот, и пытаются его использовать вместе с наркотиком. Например, вроде бы так был изобретен героин. Героин был изобретен компанией Bayer для лечения морфинистов. Та самая компания Bayer, которая аспирин и много что еще. Вот. Отлично, то есть никакого морфина больше не надо. Героин в несколько раз более активен. Действительно, никакого морфина больше не надо. Отлично избавляет от морфиновой зависимости. К сожалению, окончательно проблема не решается, как вы сами понимаете. Вот. Значит, ну и еще как минимум раз такая история повторялась. Там делают новый опиат, оказывается, что да, можно соскочить с одного на другой, но дальше остается зависимость от другого. То есть вот, к сожалению, до сих пор нерешенная проблема избавления, во-первых, от избавления от лекарственной наркотической зависимости, она есть. С этим мы живем, и ее нужно как-то решать. Вот, собственно, вот у нас и время уже подошло к концу, поэтому ни на какую другую тему у нас времени больше не хватит. Ну, собственно, на сегодня все. Подходите с вопросами, если надо, подходите к вопросам теми, кто уже сдавал, и сдавайте. Вот. Если очень кто-то хочет, то можно сегодня после обеда, но... если удастся поймать меня не занятого, а так с завтрашнего дня принимаю докуда надо, до конца школы. Вот, пожалуйста. А это курс с одной части? Это, значит, вторая часть – это физиология висцеральных систем, которую читает Женечка в последнем цикле. Ну и плюс еще есть патологическая физиология, которая, ну, не совсем про то. В смысле… про физиологию, но не про мозги и не про вещества. Да, под физиологией тоже четвертый цикл. Вариант, да, но запланировано скорее для 10 классников, поэтому.
встречать по привычному способу развлечения, но не